В гости к школьникам пришли педагоги и студенты Десногорского энергетического колледжа. Они рассказали о тех специальностях, по которым будет осуществляться набор в следующем учебном году, и провели для ребят мастер-классы по 4 направлениям. Это LED-технологии, современные технологии, электромонтаж, также поварское направление – это карвинг, а также лаборант химического анализа. Мальчишек, конечно же, заинтересовал электромонтаж и современные технологии, а девчата присматривались к профессиям технолога и лаборанта. Сейчас сложно определить, какой выбор сделали ребята. Возможно, кто-то продолжит обучение в школе, а кто-то с 1 сентября пойдет получать профессию. В любом случае, впереди еще выпускные экзамены.